Неугомонный гул вокзала, чопорные дамы и молодцеватые гвардейские офицеры важно прогуливаются по перрону. Тут же беспрестанно снуют бойкие гимназисты, а перронные кондуктора каждые 5 минут ударами в станционный колокол и громким криком извещают о прибытии поезда. 150 лет назад поезд от Москвы до Бреста проходил за 80 часов, а сегодня всего за 12. Почувствовать атмосферу прошлых веков, узнать историю наиболее крупных железнодорожных узлов белорусского участка маршрута Брест-Москва позволяют фотозоны и фотовыставка, расположенные в зале ожидания вокзала станции Брест-Центральный. В рамках 150-летия со дня открытия железнодорожного движения между Москвой и Брестом белорусская железная дорога реализует имиджевый проект, направленный на сохранение богатой истории, сохранение традиций трудовых коллективов, а также популяризации железнодорожного транспорта. Я гостил здесь в Бресте, в Пинске, и сейчас уезжаю уже обратно в Россию через Москву. И вот увидел выставку, очень понравилось, подошли, сфотографировались, очень необычно, вот, и не знали, что такие даты есть. Приятно, что в Беларуси все так очень хорошо помнят историю и напоминают всем о ней. Невозможно не заметить также мобильную выставку «Исторический багаж». Она привлекает яркими интерактивными панелями с увлекательным видеорядом и комментариями экспертов. Здесь путешественники смогут пополнить свой багаж знаниями об истории и Великой Отечественной войне. Также здесь находится интерактивный дисплей, который позволяет самостоятельно ознакомиться с историей города и региона, просто нажав интересующий вас раздел. Информация изложена в современном формате, доступна, наглядна и оригинальна, чтобы любой желающий смог открыть для себя что-то новое. Приглашаем всех гостей и жителей города Бреста посетить наш железнодорожный вокзал, узнать что-то новое об истории железной дороги и сфотографироваться на память нашей фотозоне. Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ.